народу не принадлежала. Так а зачем вы тогда перед народом сидите здесь? А вот я сижу, объясняю вам, чтобы таких дураков, как вы, больше не было у нас. Вы все еще не можете понять. Вам в 17-м году сказали власть народу, получили власть народу. Вам Ельцин обещал власть народу, демократию, получили? Я вам объясняю, что вам никто никогда власти не даст. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминала, коррупционеров. От царя до сегодняшней власти. Она составит дело власти и может завтра ей власть принести. Мать, власть и сажать ее в тюрьму. Дурочка ты и уходи отсюда из зала. Сумасшедшие. Вот такие сумасшедшие и мешают России. В Конституции написано. Ничего не соображает. Совершенно мозгов нет.